Центром Сибири, ее сердцем называют старейший сибирский город Томск. Далекое прошлое и современность соседствуют тут в гармонии и великолепии. Изящное деревянное кружево старинных сказочных теремов и основные экономические, образовательные, культурные центры, музейные и научно-исследовательские комплексы. Старейший Томский государственный университет, детище трех императоров, первый вуз Русской Азии, один из ведущих вузов России, инновационный национальный исследовательский храм науки. Он хранит атмосферу колоссальных вековых традиций, самобытную культуру, благородство преемственности поколений, дух времен. Грандиозная старейшая библиотека есть в университете и несколько действующих музеев, заложенных еще основателями. Удивительно элегантное здание монументальной архитектуры окружено вековой рощей,